Ничего. Опа, опа. Смотри, парень ходит по колено. Смотрите, Таню, смотри. Море среди городских многоэтажек. Такую картину чуть больше месяца назад после сильных ливней наблюдали жители Гусарской Баллады. Погода не перестает нас удивлять. На смену тропической жаре пришло арктическое вторжение. Синоптики предупреждают, нужно готовиться к новому удару стихии. На этот раз коммунальщики основательно подготовились к капризам погоды. Удобные позиции у мест потенциальных подтоплений заняли заранее. У нас подготовлено 6 бригад. Мы знаем все проблемы места города. Вот. А люди находятся на этих местах. Вот. То есть в случае, если сегодня будет ливень, мы готовы. Вот. Мы готовы, значит, там полностью устранить подтопление. Коммунальщики вооружены ломами, крючками для люков, лопатами и, конечно, мотопомпами. В Гусарскую Балладу привезли самую мощную из имеющихся. Данная помпа способна прокачать около 250 кубов воды в час. Вот, то есть, по объему это очень много. А две другие маленькие помпы, они не рассчитаны на такой объем, конечно. Вот, они для более мелких подтоплений. Основной удар стихии позади, говорят синоптики. Впрочем, режим повышенной готовности, введенный в Одинцовском округе 14 июля в связи с погодными условиями, будет действовать до 20 числа. А значит, расслабляться рано. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».